Друзья, приглашаем вас на центральный поединок. Левый дивизион встречается футбольный клуб «Топаз» и футбольный клуб «Олимп». Команды, которые претендуют в этом сезоне быть призом, борются за верх турнирной таблицы. На данный момент «Олимпик» расположился на второй позиции, а «Топаз» на четвертой. У «Олимпика» 19 очков, у «Топаза» 15. Думаю, что эти два коллектива по завершению первого круга все-таки и тот коллектив будет первой шестерки, мне так почему-то кажется. Ну а там посмотрим, как оно будет. Еще есть варианты. Ну, смотрим за этой интересной игрой. Итак, друзья, давайте познакомимся с действующими лицами. Итак, «Топаз». Шестой номер в бою Владислав. Одиннадцатый номер Власенко Владислав. Восьмой номер Волков Александр. Девятый Коваленко Станислав. Тринадцатый Манько Вадим. Седьмой Чумак Иван. И десятый Шмык Дмитрий. Вот такие ребята сегодня приехали играть за «Топаз». Теперь пройдемся по «Олимпик». Без нас Юрий, капитан команды, 7 номер. Гусев Антон, 14. Дяченко Руслан, 21. Казаченко Дмитрий, 15. Майборода Владимир, 20. Пастущак Богдан, 8. Петровский Владислав, 33. Подопригора Сергей, 19. Савченко Максим, 31. Цепа Алексей, 12 номер. Вот такие действующие лица нашего поединка. Что ж, букмекеры путались в показаниях. Кому отдать предпочтение, Руслан? Кому вы отдали бы предпочтение в этом поединке? Победи, дружба. Как там только что «Олимпик» перед началом игры говорили, как там нормально делает, нормально будет, да? Такой у них девиз, я так понял. Очень понравилось, как бы до начала игры и та, и другая команда собрались в кучку, там такие чик-чик, там, ну, настрой команд зашкаливает. Момент у бизнеса Юрия. Первый его пострел, пристрелочка. В прошлом туре, когда вспоминаю игру «Олимпика», если не ошибаюсь, они играли с «Альфа-банком», и что-то плохо у них складывалось. Первая половина игры, они даже проигрывали, но потом все-таки проснулись. Посмотрим, как в этом поединке. Завалили чувака, чувак Ивана, но почему-то не дали фол, не видели нарушения. Ну, я могу согласиться чуть-чуть с возмущениями игроков. Честно, в этом эпизоде я фола не увидел. На 15 номере не видел я фола, но тем не менее фол просвистел судья Алексеенко Николай, и сейчас будет исполнять. Может быть, без нас пробьет, может быть. Да, именно он пробивает. Откровенно не точно. Опа!
Груша Топас по судейству. Стрелка идет. Присматривается команда. Я вот видел на старте вот три фола. Зафиксировали это паза. За 5 минут. Что, это последний ты предусмотрел? Еще все. Все подряд. Это четвертый фол, друзья. Максим, это фол, да? Фол? Четвертый. А, это свобода. Это не фол, да? Нет, это не фол, говорят сюда. Комбинация придет. Пока какой-то не сильно комбинационный у нас футбол. Много желания, но мало комбинаций. Метер палит. Али. Бивает он. Штым Дмитрия. И такой опасный штрафной. Коваленко Станислав устанавливает мяч. Почему-то думаю, что будет прямой удар по воротам. Нет, все-таки отдает. И это, друзья, автобол. И это автобол. Казаченко Дмитрий на 9-й минуте. Срезывает мяч в свои ворота. 1-0, друзья. Таким образом Топас вышел вперед. Безусловно, все интересно еще впереди, но тем не менее начало уже голам положено. И, конечно, обидно, что сам себе срезал, да? Вспоминаю вчерашний поединок. Петренко себе забил гол, тоже первый был 1-0, он сам себе забил, это Констанц встречался с командой. Ну и потом Констанц все-таки выиграл этот поединок с крупным счетом. Ну вот как же промазал, и тот не смог убежать быстро. Чумак Иванов, так, скорость была в этом и без гола. Рассосите, все ждут, давай. Да, просто рассосите, все ждут. Без. Он и впереди, он и сзади. Разрезная не проходит.
пастушок Богдан. Пастушок Богдан. Не достался ключу. Ключу мать. Пас не находит своего адресата, и Олимпик завладевает мячом. Не поняли партнеры Юрия в этом эпизоде. Дяченко Руслан пробивал мимо, не попадает он в створ ворот. Я снижаюсь на свой голова, выходит 33. Хорошо. Пяточкой. Кстати, Петровский вышел, вот 33-й номер, это Петровский, Владислав, он вышел на площадку, и вот еще один новичок у нас, 19-й номер, это Кода Пригора, Сергей, вот эти ребята освежили у нас игру, и также вышел 12-й номер, это Цепа Алексей. Хороший момент имел только что Топаси на 13-й номер. Пытался замкнуть на данный стол. Манько Вадим, но не успел он это сделать. А так по динамике был неплохой эпизод. Ближе. Открывайтесь, Серега, открывайтесь! Высоко встречает Топас своего соперника, прям пытается затыснуть у них на их половине. Несмотря на то, что они выиграют, они решают, что все-таки лучше оборона это атака. Непонятно, пас не никуда, я бы так назвал. Достанет, нет? Нет, не достанет. Это так, разминочка. Размял своего партнера, чтобы он не застаивался. Сделал рывочек. Рывочек был не спринтовский, в принципе, можно было и догнать этот мяч. Последний, он пытается обводиться, можно и обрезаться в таком эпизоде. Видите, очень много таких неточных пасов, передач. Вперед, вынос вперед, без адреса. Десятый номер так вот. Все-таки, мне кажется, мы свалили его, свалили. Я бы подставил бы все-таки пол. И какая же обраточка была. Очень динамичная такая. Но опять не успел, немножко 33 номер был, в принципе, близок к тому, чтобы заткнуть этот Петровский Владислав. И вот удар сходу, и в принципе было опасно. Коваленко Станислав его наносил. Ну, опять пас
здесь как-то... И вот оно, друзья, серия рикошетов. Сказать, что был прям сильно какой-то логичный гол, нет. Но не имеет значения, какой он был логичный, нелогичный. Главное, что он забит на 15-й минуте. Цеп Алексей. Сравнивает счет в этом поединке. И счет на табло 1-1. Что ж, это интересно, как для нас, для болельщиков, чем ответит опас. И вот, ай-яй-яй, как же было опасно. Хорошая комбинация. Не попадает шестой номер. Бой у Владислав был очень близок к тому, чтобы все-таки вывести свою команду вперед. Отличный момент, но в этом эпизоде не удалось реализовать. И Юрий с удара. О, как же приложился. Да, бизнес Юрий. Хорошо, ляпнул, но чуть-чуть выше пошел. В этот раз было. Счет пополам 3-3. И 10 минут до конца первого тайма. Атаки, но без завершающего удара. Не проходит удача. Много потерь, друзья, в этом поединке, что у одной и другой команды таких каких-то неоправданных передач очень много. Майборода выходит. У него что-то сегодня получится, вот его забегание. Нет, блокирует эту передачу. И можно бить. Отдает все-таки передачу, но она не проходит. Нет, партнер не справился с такой передачкой, была у нас силовая, и он ее не ставил. 1-1. Черпачком туда вперед. А, не проходит его передача. Читает этот задум, можно так... Чуть у нас, друзья, второй октагон не был, просто как бы... Острый был такой, вратарь еле справился с ударом Безнеса. А так была, конечно, куменда. Два гола, два автогола. Очень близкий был, потому что забить. В одно касание туда его чпок. И среагировал вратарь. Ой. Майбороду лупанули, чтобы он проснулся. Так, дружище, давай просыпайся. Вводи в тонус. А у нас уже почти 20 минут, друзья. 1-1 на табло. Довольно-таки равная игра. Не могу сказать, что есть большое обилие моментов. И не отдал бы преимущество ни одной из команд. Такое. Где-то, в принципе, игра, мне кажется, по счету. Серьезно, серьезно,
команда экономит силы. В принципе, ничья, мне кажется, было устроила одну и другую команду, в общем и в целом. Но не согласен с этим Коваленко Станислав, говорит, нет, друзья, нас этот вопрос не устраивает. И все-таки он выводит свою команду вперед. И по большому счету Топазу больше надо. Если Топаз сегодня победит, то, наверное, практически гарантирует себе путевку в топ-6. А если проиграет, то, в принципе, может и не попасть в топ-6. Что ж, поздравляем Коваленко Станислава. Хорошее замыкание передачи. 2-1. Он выводит свою команду вперед за 5 минут до конца первого тайма. Безнес, его момент. 1-1 он выходит с вратарем. Но в этот раз Чумака Владимира переиграть у него не получилось. В целом очень хороший игрок. Когда-то он был в номинации, был лучшим вратарем, признан по мини-футболу. Очень грамотный вратарь. И, в принципе, часто и пятого катает с ним команда. Много подвыручает он команду. Сегодня мы его прям в игре сильно не видели, потому что не скажешь, что Олимпик много создал на данную минуту. Вот, вот вратарь тоже пропустил. Дело нормально будет. Борода пробивал, но, конечно, с такой позиции очень тяжело забить. И удар у него вот так тычок в сторону ворот получился. Номер, ну, просто откровенно не вышел ни удар. Манков один, пробил не точно, но позиция была убойная. Тоже позиция убойная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Борода, не вичу. Вроде как все правильно делал его партнер, выводил его просто на ударную позицию, но как-то поймал его на противоходе. Пройдет? Не пройдет. Достал моя борода, красавчик. Владимир до конца поборолся, но дивиденда не принесло. А тут на выпорежье ничего. Это легкая сборка. И Владимир не будет спешить, его команда выиграет. Минута до конца первого тайма. И вот оно! Отличная передача. Волков Александр отдал, и Чумак Ваня в этот раз он реализовал этот выход. И 3-1, уверенно начинает лидировать Топаз. 3-1, ребят, за 30 секунд.
Что ж, непростая задача на второй тайм у Олимпика. По такой сухой игре. Посмотрим. На территории поведения приема. Ну, это самое. Ну, и того, я не прикрываю. Все, да, второй там. 3-1 на табло, так пас впереди. Думаю, в раздевалку прошла беседа. И сейчас будут заряжены у нас ребята. Коваленко Станислава, который уже сегодня забил гол. Был близок к тому, чтобы все-таки сделать дубль сегодня. Он так высоко встречает топор. Практически все на половине чужой. Не отходят они своей линии, несмотря на то, что побеждают в этом поединке. Но все-таки играет такой агрессивный футбол, встречает на чужой половине. Блокировка баскетбольная, я бы сказал так, от игрока Олимпика. Вот перехват. Друзья, я аплодирую. Просто аплодирую этому эпизоду. Какой же перехват. Такой шикарный проход по центру и завершение. Казаченко Дмитрий. 28-я минута. Он забил свои, теперь он реабилитировался, забил чужие. Теперь 1-0-0. Его статистики по нулям. Прям же вчера. Да, то же самое было вчера. И получает желтую. Антон спрашивает, перевожу вам его слова, говорит, за что, дружище, что я сделал не так? Желтую показывал. Да, дежавю, как вчера тоже там. Я уже упоминал про этого игрока, который забил туда и все-таки потом забил соперника. 3-2, друзья, что же, интрига у нас воскресает. Давай поборем! Как надо, для нас болельщиков, это интересно.
Честно сказать, не понял, что там было. Может, какой-то рецидив. Когда пробивал, походу. Не увидел, честно, эпизода. Даже не увидел нарушения в этом эпизоде. Когда бил, поставили бы ногу на голову. Когда ударили его. Не может быть. Не сказать, что прям в ногу мы играли, я не видел. Даже вот как бы... Можно, конечно, повтор залепить, но нарушения в этом эпизоде не увидели. Сегодня вроде как бы не просили даже перенос. Не вроде как. Это не знаю, может они такие разобранные соберутся. Короче, проблемы с сборной. Возможно, ждет сенсация. Новатор упустился с мастерочками. Они 35 минута 2-0, и потом 4 гола за 15 минут. Обидно, обидно. Возвращаемся в нашу игру. Вот такой момент, как у меня 10-й номер. Шмыт. Штым Дмитрий. Пробивал. И такие насел топас на Олимпик сейчас. Такой прострел. Спина. Бездна принимает на себя, что-то бездна сегодня у нас страдает, то его там подобьют, то в спину шмальнут. Но он не меняется все-таки. Хочет все-таки оставаться на площадке и приносить пользу своей команде. Антон. Черпачок вот куда? Вот непонятно. Куда вперед? Прессинг принес, шестой номер занервничал, и Боев выбил мяч за лицо. Удар, еще один удар, еще удар, все блокируют. Не дают возможность пробить, вступить в игру вратарю. Снова ударный, пробивает, тот чувак уже входит. Гусев Антон имел просто великолепную возможность на добивание, но не смог поразить ворота, но ударная позиция была буквально несколько метров. Стрелял. Огрызается Олимпик. Я вижу, у него Табреля приехал, Тедди все-таки собрался. Эмеля, по-моему, есть. Уже как минимум пол команды есть. Габриэль у нас. А вот вам, друзья. Извините, что отвлекся от бездны. 33-я минута. 3-3, друзья. Вот так, возвращаемся. Олимпик в игру, и уже у нас ничья. Один, и за 8 минут второго тайма Олимпик сократил расставание и ничья. 3-3. Что же, интересный поединок. И вот опять. Иди сюда. Сюда. Что ты разыграл? Тайма. Тихо! Что ты разыграл? Мы передачи здесь разыграть не можем. Через меня можно. Через меня один Володя не может разыграть мяч. Мы знали, блядь, что зарыли. Повыше, да,
ну, по ногам, и это можно было показать и желтую. Ну опять, ну вот куда вот этот пас, я не понимаю, вот честно. Ну, вот. Так, вперед просто. Причем ошибки такие с обоих сторон. 3-3, друзья, на табло. И за рывкой просто прыгает туда без нас. Ну а как на такую передачу можно еще откликнуться по-другому? На что рассчитывал партнер, когда передачу не делал? Принят на грудь, освободился и ударил. Да? Это, конечно, да. Может быть, так тоже. На перехвате. Ой, как же прыгал, опасно. Опасно! Ну прямой для стиль! Нет, прямой стиль! Не, ну прыгал опасно, соглашусь. Не знаю, это прямой или кривой. Юрий прыгал опасно. И так можно нанести травму. Я тебе соглашусь. С возмущением. Боева Владислава. В этом есть сенс. Ставлю я на ничейку в этом матче. Нет? А я вначале сказал, победи другого. Руслан, ты тоже поставил на ничейку. Но не дал бы предпочтение ни одной другой команде. Равная игра. И хватает брак. Хватает брака. Вот Бэй, вот и команда. Видишь, уже до первого забитого. 10 минут еще играть. Уже подойди к нему. Поле есть, поле есть. Не дают выйти на ударную позицию. Блин, коленом прям зарядил. Десятовую давил коленом прям. Да. Может быть, не специально, но досталось так нормально. Говорю, внимание, ты четыре попал! Держи. Можно и партнер есть, и сам есть. И забивает Юрий, вроде как бы. Достал Владимир этот мяч, но не смог удержать его в руках. На 40-й минуте Юрий выводит свою команду вперед. Видите, вот он и камбэк. 3-1. Проигрывала команда. 4-3. Мяч впереди. 10 минут играть, друзья. Что ответит Топас? Такой острый сюжет у нас сегодня. Получается поединок, в принципе, очень интересный. И вот еще очередной момент. Что-то я чувствую, будут еще голы сегодня. Еще не все. Закатился все-таки в подкате. Перерывал. Нет, не доходит, знаешь, это Майбородный.
10 номер и получает горчичник. Дмитрий Штын будет опасный штрафной. Не, ну сзади прыгал, но тут оправданное желтое. Прыжок сзади. Юра, смотри внимательно. Ай-яй-яй, какой же отскок! Это даже не удар, а отскок просто. Трещи мои бороды. Вот так вот перехватили ход поединка и дальше продолжают доминировать. Закидушка, ну в никуда, явно в никуда, это ошибка вратаря. Мэмбер. Нет, все, ошибается. Под давлением. Расклеилась комбинационная мэра. Топаза. Вот проходит. И ну, кто-то здесь будет. Добреля, там ручка есть, да, заполни, да. Долго Дима мячом провозился, собрал возле себя двух игроков и пытался с ними танцевать. Танго. Она 6 минут до конца, друзья. И скот, счет такой скользкий. В один мяч идет Олимпик. Нормально, делай, нормально будет. Какая-то приказка играет. Снова камбэк, друзья. У нас в этом вечере уже был камбэк. И пока снова. Не знаю, сможет ли вернуться в игру Топаз. Тайм-аут. Ладно, я пойду. Thank you.
Yeah!